А почему я говорю? Потому что у нас следующим номером джазовая композиция «Мария Елена». И это произведение впервые было исполнено в 1958 году на Бродвее. Мы с вами не на Бродвее. И сегодня не 58-й, сегодня уже другой век. Но наши джентльмены нас вернут в это замечательное время. А композитор Бернштейн написал эту замечательную мелодию. Поехали! Мария и Елена, радуемся!